Обратный звонок. На сайте. Просто. Ага. Ну вот этот, господи, на Коптевской автомобиль там заказ отправил. По какому вопросу? Или у вас нет вопросов? Ну, отправил заявку, там написано заказ авто, вот я отправил. Заказ авто, то есть вы непосредственно по покупке нового автомобиля, да? Да, все верно. Так. Вы там уже оставили заявку, то есть все данные указали, какой автомобиль нужен и Ну, что будет. да, там же как такой выбор у вас автомобиля на сайте. Вот, и кнопочка такая «Заказать авто», я ее нажал. Так, ну смотрите, я вас сейчас могу соединить с отделом продаж, там попробуете выяснить по данному автомобилю. Давайте, да. Так, хорошо, покупка нового автомобиля, как физическое лицо, первый раз получается. Угу. Все верно? Да, все верно. Так, новый автомобиль, автомобиль какой заинтересовал? Называется лот 012-47-108. Еще раз, 012-47-108. 108. То есть автомобиль с пробегом? В смысле, с пробегом? Или это новый? Мне казалось, что это новый. Может, я что-то не понял. Так, давайте проверим в новых автомобилях. Да. Ага. Все понял. Да, это новый. По наличию Коптевской улицы 71, линия 1. Да, все верно. Оставайтесь на линии, не отключайте. Сейчас вас соединю с отделом продаж. Угу, спасибо. Благодарю за ожидание. Но, к сожалению, менеджеры по продажам на данный момент все это заняты. Можно оставить контактные данные, чтобы с вами связались. Либо можете ожидать, еще раз повторно с вами свяжутся. Как вам будет удобно. Оставляем контактные данные. Да, я же вам это... Ну, вот эти контактные данные, которые я вам звонил, да, оставляю. Так, все хорошо. Контактный номер телефона тот, к которому обращаетесь. К вам как обращаться? Василий. Так, заинтересован у вас автомобиль. Да, только единственная просьба, в будни с 10 до 6 не звонить, я на работе не смогу просто ответить на ваш звонок. То есть либо в будни до 10, либо после 7 вечера, либо на выходных в любое время. Просто надо бывает что-то начинать звонить. Пометьте там. До 10? Да, либо после 7 вечера. Так, либо после 19:00. Да. А вы там так, не видите на сайте там. Можно сегодня позвонить, да. Можно сегодня. А скажите, там просто не видно на сайте там какое-то, что там просто цена выше, чем на сайте официального дилера. Там может какое-то доп. Оборудование установлено. У вас не видно тут, нет, в программе? Нет, к сожалению, у нас такую информацию не посмотреть. Хорошо, тогда буду ждать звонка от вас. Хорошо. Всего доброго. Угу, спасибо.